Тут у нас чудо из чудес. Стелс двух подвес торнадо. Во-первых, он на промах. Обычно все стелсы идут на втулочках. Этот у нас идет, смотрите, на промах. Непонятно, то ли это модернизированная рама, то ли так и задумано. Но фишка в том, что вот задний треугольник, его никак нельзя снять. То есть здесь перемычка. И я не могу снять треугольник с рамы. То есть, если что-то с ним случится, то эта рама получается неразборная. Вот сейчас вот в таком виде нам надо выбить все промаи и поставить новые. У нас получился велосипед-диван очередной с офигенной подвеской. Сделали вилку, она теперь работает очень даже себе хорошо. И подвеска не люфтит, и промы отрабатывает, все замечательно. Единственное, что цепь бэушная немножечко. Честно говоря, мне не нравится, как она похрустывает. Но пока износ небольшой, поэтому клиент будет, наверное, сезончик кататься на этой цепи, потом поменяет. Вибрейки. То есть у нас стелс двухподвес, вся подвеска на промах, но при этом у нас вибрейки. Не хватает очень сильно дискового тормоза. Вот таким вот образом у нас замечательно выглядит ручка. Я не знаю, видимо, по пальцам давило, ее согнули как-то так хитро, что по пальцам не давило. Ну, в общем, руль тоже неплохой. Вот такой велосипед очень плавно идет, очень мягко отрабатывает все неровности, но вибрейки, честно говоря, меня расстроили.